Сергей Викторович Янус. А откуда вы? Петропавловка, Харьковской области, Купинский район. Это в 5 километрах от Купинска. Это промышленная зона Купинска, направление Сватово. Расскажите, как вы выходили? В общем, все, что, ну, знаете как, у нас одна дорога оставалась. На Валуйке раньше уехали, все, пересекли буквально в горы, в этом, в селе, буквально метров 300-400 от меня уже. Были за километр, за два уже, это самое, перестрелка уже. Калаш и вот этот подствольник, им слышно было. По газам уже не мог на Сватовскую пробиться, потому что там уже я видел все. И у нас там дорога была, это самое, в сторону Ягодная, вот. И по ней... Там по Давыда, у нас улица Девяна Бедного, там более роскошные особняки уже, и видел уже там, уже некоторые уже были посыпаны. И я по этой сквозаду уже до Кисловки, это километров 25 от нас. На Сватовской дороге мне обидно было, обидно, что именно перед направлением, перед ЛНР, вот, техника землеройная, рыла окопы, понимаете, они уже до этого в достоянии, понимаете, уже куда, уже тут они ждали, вот, понимаете, какой темп, какой напор, дроны, 3-4, это самый летает, тоже занимался, я знаю, в детстве. Что произошло с вашим домом? Ну, шарахнуло там, ну, мы это еще чепуха, нам вообще рядом это самое, у меня шарахнуло, я как раз только в галерее был, вернее, только заходил, шарахнуло, в общем, вывалило со стороны огорода там, вот это все мне шлепнуло там. Ну, это у меня-то ерунда, там у людей вообще. Ну, это все, это надо испытать, чтобы все это понять. Понимаете? Люди, которые далеко, вот знаете как, ну как это, знаете, описание было за Вторую мировую, точно. Вот это все, представляете, вот это нечисть, которая там кругом, представляете? Вот. Ну, что там рассказывать, это надо видеть, понимаете? Сентября 17:25 к нам поступило двое детей, девочка 12 лет и мальчик 10 лет, с минно-взрывной травмой, полученными ими при транспортировке их автобусом. Трудно определить куда, но они уезжали из Купинска в связи с боевыми действиями там, и в этом автобусе были в основном родители и дети. Ну, детям купили машинку, это мальчику, на пульте управления. Все для... Девочка попросила для рисования краски, маркеры, фломастеры.